Добрый день, зрители, подписчики канала ТВ Маэстро. Я с вами Александр Маэстро. Прибыл сегодня в Москву. Снова делаем добро, дарим добро людям. Сегодня у нас задача номер один. Это я вчера пробил по интернету, там по всем справочным, где у нас все-таки находится Валера Космос. Жив ли, не жив, здоров, не здоров. Ну, нашел я его в больничке в одной. Вот, больница инфекционная, поэтому его я не увижу, это 100%. Но хотя бы попытаемся передать ему передачку с продуктами, сигаретами. Вот, ну и узнать его состояние. Может быть, какие-то лекарства потребуется купить ему. Поэтому едем сейчас на метро «Шоссе энтузиастов». Сейчас я вот на ВДНХ. Всем удачи, хорошего настроения. Сегодня погодка прям шикарная в Москве. Все зелененькое, классно. Едем к космосу. Прибыл, ребята, я на станцию метро «Шоссе энтузиастов». Сейчас мы идем в больницу, в инфекционную больницу номер 2 города Москвы. Там лежит наш космос. По дороге покажу места. Я здесь раньше жил, снимал комнату в начале 2000-х. Вот в той стороне Перова. Перова работал на мебельной фабрике. Вот, а здесь на Буракова, на Уткина, на проспекте Буденного снимал комнаты. Поэтому места знакомые, больницу я эту знаю. Я там уже бывал, но в качестве посетителя больных. Так, ну вот, ребят, проспект Буденного, знаменитый для меня, да и не только для меня. Вот этот с девчонкой общался. Вот он, клуб Ленина. Здесь я учился на права. И там кафешка обалденная была. Караоке, все дела. По молодости ходили туда, зависали. Да практически каждый день. Вот за этим домом, это дом 32. Дробь какой-то там, уже не помню. За ним находится там улица Буракова. Дом 17/2, там я жил. Тут магазин постоянно меняется название. То Дикси, то Магнолия, то Магнит. Ну вот сейчас Дикси. Может быть, кого-то знакомого встречу. Прожил здесь много, 7 лет. Вот. Все меня знают. Здесь у меня было погоняло пряник. Вот. Говорили, что я похож на диджея Пряникова. Ну и поэтому дали мне такое погоняло здесь. Маэстро не прижился. Как первый сказал, о, Пряник, так и все. Олег Корнеев тоже здесь живет. Всех помню, ребят, представляете, сколько лет прошло. А, кстати, первую жену, ну, мы официально не были женаты. Здесь я познакомился. Вот общежитие железнодорожников. Тут недалеко станция сортировочная. А вот не гостиница, а общежитие такого типа, как сказать, семейного типа. Вот. И здесь Виталик живет. Вот моя первая жена. Это двоюродная сестра этого Виталика. У Виталика родилась дочь. И отмечали ей годик. Вот там во дворах шашлычок у них. А я с гитарой тут мимо проходил. Ну и, короче, слово за слово, поздравление, водка. И познакомился я с Александрой Барамыгиной. Вот прожили мы с ней 5 лет. Дочка у нас Анна Александровна. Вот цветочница. Так и есть. Где встречаемся? У цветочницы. Вот она.
Это захерачили какую-то вышку. Стопудово этот джи, наверное, какой-нибудь. Мороженица, цветочница. Все так и осталось. Давно здесь не был, наверное, года полтора назад я был здесь. Приезжал вот по поводу, опять же, той же больницы, куда мы идем. Ну ладно, это так, между строк. Вот. А идем к цели. Идем к цели. Это значит у нас 5-я Соколиная улица. А вот еще немножко. Вот этот дом, короче, это я вообще первый раз Новый год был. Я отмечал один Новый год. Денег дофига был. Сейчас зайду в этот двор, посмотрю. Денег дофига, стол накрыл и один. Ну, после 12 думаю, ну, скучно, пойду. И пришел вот в этот двор. Это были мои первые знакомства с данной улицей. Вот, вот здесь Великанов живет, Санек, гитарист. Ну, вот здесь сейчас сделали площадку. Раньше тут ни хера не было. Вот, стоял столик и лавочки. Вот где-то вот на той полянке вот. А, нет, даже, наверное, вот, да, два дерева вот эти стоят. И вот на месте вот этих каруселек. Вот, ни площадки, здесь ничего не было. Заброшенный как бы газон. Сейчас-то все вон, цветочки, лютики. Все замечательно. Санек, интересно, здесь живет или переехал? Все, движемся к цели, ребята. Смотрим видео дальше. Вот, ребята, добрался до больницы. Сейчас узнаем, что нам ответят. Добрый день. Скажите, пожалуйста, могу я пройти узнать про пациента? Пациент у нас здесь справочный есть, вы там. Хорошо, а где это? Вот по нижней стороне, да? Дверца там. Я здесь был как-то раз, года вот полтора. Таблички не курить, за этой тумбой черная дверца будет. Спасибо большое. Так, ребят, ну, пропустили без проблем. Даже паспорт не спросили. В прошлый раз, по-моему, спрашивали паспорт. А, вот, да, сюда и заходил. Передачку глобусу приносил. Ну, лица я снимать не буду, потому что по известным причинам, может быть, кто-то не хочет. Так. Добрый день. Скажите, пожалуйста, могу я узнать про наличие пациента? А что вы включили? Ну, это я для себя, я веду блог в Ютубе, я лица не снимаю, ничего не снимаю, я просто разговор, чтобы записывался. Нет, я не снимаю, я вот так в пол. Какого больного? Аданькин Валерий Александрович. А кто по нему есть? Я двоюродный брат. Его забрала скорая в районе 25-27 марта. 27-30, вернее. Марта? Да. И я вчера по справочному узнавал, как бы его со Склифосовского отправили сюда. Когда, не знаю. Аданькин, да, Валерий Александрович. Так, предположительно, 25 марта, да? Ну, наверное, скорее, с 27. А что вы его так долго искали-то? Ну, не могли найти, сказали, что вроде в Склифе, но там вообще как бы не пропустили меня. Вот. Потом я начал обзванивать по этим службам, несчастных случаев и так далее. Мне сказали, что он отвезли его сюда, со Склифосовского. Ну, скорее всего, его не в марте сюда привезли, наверное, а в мае уже.
Просто я еще информацию хотел узнать, если он здесь, если все нормально, можно что-то, каких-то продуктов ему купить, передачу сделать. Первый А, вторая Д, да? Да. Адан, мягкий знак, Кин. Как инициалы имя? Валерий Александрович. Может быть, эта информация поможет, он такой бездомный. Без прописки в Москве на улице жил. Сестра там, что-то с сестрой у них получилось, не живет он дома. Адакин лежит в 8-м инфекционном отделении. Так, отлично. А скажите, пожалуйста, я могу сейчас... Средней тяжести. Средней тяжести. А скажите... Записывайте номер телефона. Его? Нет, отделение, если вы хотите узнать, какое его самочувствие. Номер телефона. А будьте добры. У вас нет кусочка, листочка? Скажите, а передачу это я в прошлый раз здесь передавал? Здесь же, да? Видите, вы уже были здесь, да? Ну, было, но не помню. Я очень давно был тоже у меня здесь. Лежал товарищ. Просто можно или нельзя? Чтобы... Можно. Я сейчас в магазин схожу, куплю можно. Что-нибудь. Благодарю вас. Можно. Спасибо огромное. Слава Богу, живой. Все, ребята, как видели, живой наш космос. Вот, сейчас я отключусь, иду за продуктами в магазин. Не спросил, что можно, но я много не буду покупать. Вот, сейчас постараюсь как-то сигареты замаскировать, пачки 4. Вот, и это, чай, сахар, конфеты, печенье куплю. Вот, надо написать ему записочку. Вот, а пока буду выключенным, значит, позвоню в отделение, узнаю. Или, может быть, сейчас сначала позвоню, может быть, лучше лекарства купить, чем продукты. Там-то кормят, наверное. Вот, наверное, так я сделаю. Все, ребята, смотрим дальше видео. Процесс идет. Ёпта, что-то парни взяли. Только ушел, думаю, посижу в машине, ноги заебались. Давай, давай, ты профессионал, бля. Леска тут на карасик слабенькая вроде. А ты думал, нога американский хлеб, что хуй собачишься? Блять, ёб твою мать. Вот это рыбалка, тишина. Кто, Амур, да, длинный, блядь? Ёб твою мать, как бы не видели, сейчас отберут нахуй эти местные-то, блядь. Пизды дадут за него. Давай, я подержу. Ёб ты. Тише, тише, нахуй. Вот это да, бля. Чё, да ну нахуй, ёбнулся, что столько труда оставили, блядь. Пузатый, да? Так, билет пробовал. Правильно, не плевал, как ты сказал, блядь, подошла. А, напугал, пятачков, мать. Сейчас я чуть-чуть сниму, нахуй. Ну все, ладно, торможу. Так, ребята, собрал я вот такую, значит, посылку. Ему, значит, купил печенье, сказали, быстро портящиеся нельзя, но вот я взял кабаски и фасоль, сразу сожрет пусть, сахар, деток, хлеб, паков, не знаю, как там, кормят по-любому, и вот это самое, короче, вот тут я заклеил, вот, короче, чая. Две пачки сигарет. Потому что сигарет передавал. Так. Сейчас попробуем сдать.
Так, ребята, приехали вот к Олежке. Да, всем привет, мужики. Да, подписывайтесь на его канал. Хочу поймать все о рыбалке, о природе. Рыбалку я сегодня скинул, уже был на рыбалке. Да, смотрите видео. Подогнал он нам, короче, камеру. Сегодня я буду пробовать. Ну, пока подогнал на временное пользование. Ну, посмотрим. Да, и будем пробовать уже снимать на камеру. Для рыбалки брал-то, чтобы это ставить и снимать поклевку. Ну, по-настоящему, на час, на полтора, блядь. Угу. Такого плана. Вот, и, ребята, хорошая новость. Мне уже Космос отзвонился. Ну, правда, разговаривает хреновенько, такой, как пьяный. Может быть, там ему колют какие-то препараты такие успокаивающие. Я сам-то еле ходил, ёпта. Да, и ну, вроде, говорит, встает. Всем благодарность. Там, ну, слов у него нету, он там чуть ли аж не плачет, ни хера себе, его там вспомнили. Вот. Просил. Нормальный дядька поддерживает. Да, просил, короче, загнать ему газет, журналов, что-нибудь такое. Ну и по возможности там что-нибудь вкусняшек какие-то. Так, всем. Ну вот, ребята, сегодняшнюю миссию мы с вами, благодаря вам, выполнили. Съездил я к Валерке, нашел его, передал ему покушать, на видео там видно. Ну, я думаю, это не важно, главное внимание, не главное, что там и сколько. Вот, и не успел я доехать до Олега, он мне отзвонился уже. Я ему туда записку положил своим номером. Ну, видимо, вот он не помнил моего номера. Была возможность. Вот он позвонил там с телефона. Человек лежит в его палате. Ну, разговаривают так хреновенько, скажем, знаете. Может быть, колят препараты там какие-то успокаивающие. Ну, такой, как вялый, как пьяный. Вот. Значит, попозже я еще ему отзвонюсь. Побольше, чтобы было времени побеседовать с ним. Что еще? Ну, благодарил там, слезно благодарил, чуть не заплакал, короче. Саня, тебе, я говорю, да это не только от меня, это я-то только съездил. Вот, а люди помогали, люди за тебя переживали, вот, люди тебя искали и так далее. Но он поблагодарил всех, кто участвовал в этом мероприятии. То есть, ребята, нас уже около 1000, кто участвовал в этом мероприятии. Всем огромное спасибо. Вот. Моим модерам, опять же, ребята, общаемся дальше, действуем дальше. Все получается. Вот. Теперь у нас есть видеокамера. Следующее видео. Я уже не буду путать мух с яичницами. С яичницей. Вот. И это. Следующее видео уже попробую, сегодня я его начну, сейчас попробую найти ребят, здесь вот я на Новослободке сижу, где Бутырская тюрьма. Вот, ну вот так, Космос просил передавать всем привет огромный, ну так, состояние, он сказал, не очень хорошее, но жить можно, это он сам что ответил. Но я так понимаю, что это ниже среднего. Если он так говорит. Значит, попросил газет, журналов, там, книги. Я говорю, может быть, книги? Нет, книги есть, газеты, журналы, если будет возможность. Ну и по возможности, по лекарствам я спросил тоже. Он говорит, не надо, все есть. По лекарствам, вопрос отпал полностью. Вот, может быть, он что-то не договаривает. А, хочет свалить, короче, с больницы. Я, говорит, хочу свалить. Я говорю, нет, подожди. Мы поддержим, погреем, полежи, отойди, в тебе видят человека, так же, как во мне, да, увидели, мне помогли, там, посоветовали, пожурили, кто-то поругал, кто-то поддержал, и вот он я, все, вот кто там просил подстричься, я подстригся, значит, кто там переживал за мои очки, как видите, они на месте, все нормально. Вот, теперь боремся за Космоса, за Саньку Синего, мудрым моим, Эду, Теплому, Юрке, Игорьку, Мишке. Всем огромный привет. Вот. Сработали на 5.
главное нашли, главное живое, главное поддержали. Ну, может быть, на неделе, на этой еще разочек я к нему съезжу. Благодаря вам же опять, ребята, со своей стороны тут тоже не заржавеет, если будет. Так что поддерживайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем работать дальше. Всем хорошего настроения весеннего. В Москве вот сегодня вот так. Вот такие цвета. Цветут деревья. Запахи летают. Машин минимум на дороге. Небо чистое, солнечное. Это я в тенечек сел, на солнце очень жарко. Вот. Всем такого же настроения, такой же погоды в душе. Все, работаем дальше. До следующих встреч. Встреча не за горами. Сейчас иду я здесь, где-то лазит Сашка Бомжик, Юрка Баночник. Там еще два человека. Одного увидели из них на видео, второго я с ним познакомился, но тогда у меня не было возможности записать видео с ним. Так что работаем, ребята. Спасибо всем за поддержку. Спасибо, что поддерживаете меня, вдохновляете. Всех благ. До новых встреч.